Я знаю, как выглядят мои цели. Но как их найти? У нас шпионы в каждом городе. В наших конторах ассасины направят вас. Торреса и Роджерса я найду. Но Робертса в городе не сыскать. Это месяцы поисков. Или годы. Но вы талантливый, капитан Кенвей. Уверен, вы его найдете. Попадешь в беду, смело зови на помощь квартирмейстера. Квартирмейстер, куда держим курс? На восток, капитан, если мы еще хотим в Кингстон. Так и есть, мисс Бонни. Командуй. Поднять якорь! Держим курс, парни! Мы идем к Ямайке! Доводилось рявкать, и не на таких грубиянов. Это когда ты работала в таверне? И в таверне тоже. И когда ходила в море с Рекхамом и Мэри. Точно. Командовала всем Мэри, а дебоширил Джек. А Мэри? Говорила тебе, кто был отцом ее ребенка? Один парнишка. Ходил с нами в последний раз. Погиб, сражаясь рядом с нами. Он один был в состоянии драться. Как же мало я о ней знал. Я считал ее другом. Но был ли я другом ей? Она восхищалась тобой. Не сомневайся, Эдвард. Что ж, хотя бы так. Beastly business. Капитан Кенвей, есть что для меня? Я знаю, где сейчас темплиер Вудс Роджерс. Он на политическом приеме, так что без шума. Говорят, король отзывает Роджерса обратно в Лондон. Да, он недоволен успехами в Нассау. Ведь пираторы ищут повсюду, как говорят. Нужна личина, чтобы обмануть тупиц на приеме. Предлагаю Ругьеро Ферраро, дипломата. Он давно в наших списках. Я понял. Отправите это в Англию. Да, завтра же. Каролайн Скотт Кенвей, Хокинс Лейн, Бристоль. Этот город так уродлив. В нем ни малейшего намека на радость. И никакой эстетики. Фу. Все шатаются по улицам, как животные. Точно скот. Никакого приличия. Thank you.
тоже. Спасибо за импортные вина. Салве, прошу простить за опоздание. Я Руггиеро Ферраро. Да, мистер Ферраро, все в порядке. Дамы и господа, тост за мое краткое пребывание губернатором Бага. Да будет вам известно, под моим оком 300 пиратов приняли королевскую миссию и присягнули короне. Но, несмотря на мой успех, его величество решил меня отстранить. Я даже Англию. Прелестно. Боже, храни подонка. Ну что ж, ура! Ура неблагородным тупым свиньям, которые самодовольно правят миром! Ура! Как ваша жена поживает? Понятия не имею и не собираюсь даже выяснять. Мы разошлись почти 5 лет назад, и поверьте, оба очень этому рады. Простите мое любопытство. Поговорим об этом чуть позже, когда я напьюсь окончательно. Сам был приватиром. Объясни, почему ты не уважаешь моряков, что лишь пытаются выжить в этом мире? Тебе не понять мои мотивы, кретин. Ты занимаешься одним, уничтожаешь все, что прославляет нашу цивилизацию. Но я понимаю. Я видел обсерваторию. Я знаю ее силу. Тебе же обсерватория нужна только для шантажа и шпионажа. Да. И все это ради великой цели. Торжество правосудия. Найти правду, уничтожить ложь. В мире никому не нужна эта сила. Но ты дал Робертсу ей воспользоваться. Нет. Я отниму ее. Если скажешь, где он, остановлю его. На острие клинка я наконец нашел в тебе друга. Принципи, ты безумец. Наши говорят, принципи. Ugh.
Готово. Куда мы? Собирай свои вещи, мы плывем в Африку. Дайте знак, капитан! Капитан, один барахтается. Кто это сделал? Большой корабль. Королевская удача. Робертс. Никого не щадя, не сказав ни слова. Thank you.
бить! Осторожней, капитан! Попали, сэр! Жизнь, как я и говорил, я себя знаю. А вы, Эдвард, нашли мир, который искали? На это я не замахиваюсь. Мир всего лишь промежуток между войнами. О, да вы, похоже, стоик. Возможно, я в вас ошибся. Она все же найдет вам применение. Она? О ком это вы? О той, что ждет. Погребенная. Я хотел найти ее, увидеть снова и вновь услышать мое имя из ее уст. Айда. Да вы бредите. Я родился слишком рано, как и многие другие. Где устройство, Робертс? Уничтожьте мое тело, Эдвард. Тамплиеры, если найдут...